Информация в этом сообщении представлена особыми существами из высших сфер, которые желают поделиться чем-то глубоко значимым для вас. Сегодня человек, который недавно занимал ваши мысли, особенно в этот момент, когда мы обращаемся к вам, чтобы поделиться этим, находится в глубоком процессе перемен. Возможно, вас мучают вопросы о причинах его отдаления, возможно, на более длительный срок, чем вы ожидали. Этот человек погрузился в эмоциональную и духовную тьму, сознательно избегая столкновения с определенными аспектами вашей связи. То, что вы, возможно, до сих пор полностью не осознали, это глубокое воздействие вашей энергии на него. Заинтриговывает, как интенсивно он реагирует на ваше присутствие, даже когда общение происходит только через виртуальные средства, такие как телефон или социальные сети. Ваше влияние на него неоспоримо, и в то же время его неотразимо притягивает к вам. Эта двойственность эмоций может быть сбивающей с толку как для него, так и для их отношений. Вы со своей неотразимой энергией оказываете мощное воздействие на этого человека, но в то же время кажется, что вы отдаляетесь каким-то образом. Способ, которым он справляется с этой сложностью, действительно загадочен, так как есть часть его, которую вы глубоко знаете и любите, но также существует скрытая сторона, которую он старается скрывать любой ценой из-за сокрушительного воздействия вашей энергии на него. Он задается вопросом, почему он испытывает такие интенсивные реакции на вас, что в конечном итоге привело к разлуке, которую он сам начал. Тем не менее, сейчас он пересматривает свое решение, сомневаясь, было ли это правильным выбором. Он чувствует, что что-то в вас вызывает у него сильные реакции, возможно, необычные и уникальные. Этот человек переживает период глубокого недоумения, и ваша энергия играет важную роль в этом процессе. Ему хочется понять, как вы сейчас чувствуетесь по отношению к их связи. Истина в том, что в настоящее время этот человек пробуждается к аспектам, которые до этого он предпочитал игнорировать. Этот процесс пробуждения может быть ошеломляющим, так как он происходит способом, которым он не может полностью управлять. Возможно, вы духовно более развиты, чем он, и это вызывает удивительное изменение в динамике вашей связи. Он чувствует, что его тянет в направлении, противоположном его собственному духовному пути, и оба вы замечаете, что что-то глубоко изменилось в энергии, которая окружает вас, даже на расстоянии. У нее есть ощущение, что вы вызвали большую энергетическую трансформацию, сделав ее более осознанной и внимательной к вашей связи. Теперь она решительно стремится понять, что способствовало этим изменениям и как вы ведете себя по-другому. Она заметила, что вы пережили значительное внутреннее преобразование, и это глубоко повлияло на отношения между вами. Она задает себе вопросы о своих собственных действиях и о том, не были ли они ответственными за это изменение энергии. Ей кажется, что вы как-то отдалились, усилив свои собственные эмоции и заставив ее задуматься о своих прошлых решениях, о которых она глубоко сожалеет, особенно потому, что именно она импульсивно начала разрыв отношений. Теперь она начинает глубокое путешествие внутрь себя, стремясь понять, что на самом деле произошло. И во всем этом процессе открытия вы играете центральную роль. Ваша энергия – это загадочная и влиятельная сила, которая заставляет ее задавать себе вопросы о своих собственных действиях и выборах. Если до сих пор вы понимали, что эта женщина молча страдает, важно понимать, какое потрясающее воздействие вы оказываете на нее, раскрывая скрытые аспекты ее личности, которые обычно она предпочитает скрывать. Эта женщина чувствует, что вы предсказуемо действуете в соответствии с высшими замыслами, а не эго. Ваше общение с душой, а не с эго, сделало разницу. Она, наконец, начинает осознавать, что вы ничего не говорите или не делаете без более высокой цели. У вас есть замечательная глубина и уникальное понимание любви и энергии любви. Она также осознает, что вы приближаетесь к ней, потому что получили подтверждение от высшей силы.
С самого начала вы поставили ее в особую категорию, и теперь она понимает, что могла бы установить связь с вами гораздо раньше. Важно отметить, что она начинает понимать, что не знает, как взаимодействовать с кем-то, подобным вам. Она находится на распутье между попыткой снова включиться в вашу жизнь и пониманием, почему вы оба суждены быть вместе. Теперь она осознает, что должна идти по этой связи до конца, даже если это вызывает множество эмоций и путаницы, особенно когда она пытается вписать эту связь в заранее установленные рамки. Она чувствует, что не может уйти от вас, потому что ваша энергия ошеломляет. Интенсивность того, что она чувствует по отношению к вам, поражает, и она знает, что вы чувствуете то же самое. Она признает, что вы единственный человек, способный так на нее повлиять, и жаждет исследовать эту связь глубже. По мере того, как она становится более решительной и уверенной в отношении связи между вами, она надеется, что и вы готовы сопровождать изменения, происходящие в этой динамике. Она признает, что вы – особенное лицо в ее жизни в данный момент. Она поняла, что связь между вами гораздо глубже, чем просто случайная дружба, даже если в определенные моменты они пытались уменьшить интенсивность своих чувств. Она берет инициативу, понимая, что вы – по-настоящему уникальный человек в ее жизни. Эта женщина видит вас как существо света и силу, которое освещает те части ее самой, которые обычно она игнорирует. Она понимает, что с вами можно общаться не только с эго, но и с душой, достигая глубины, которую она раньше не испытывала. Она хочет, чтобы вы знали, как она сильно по вам скучает и как вы часто занимаете ее мысли. Ваше присутствие и энергия имеют ошеломляющее воздействие на нее, и она хочет, чтобы вы полностью понимали, насколько важны для нее. У нее также много вопросов к вам. Она хочет узнать больше о ваших чувствах по отношению к любви и жизни. Она стремится понять сложность связи, которую они разделяют, и хочет глубоко исследовать эти аспекты. Она сожалеет о том, что не приняла такой особенный подход раньше, понимая, что ранее она не общалась с вами так лично и особенно. Она надеется, что вы понимаете, насколько она ценит ваше присутствие в своей жизни. Энергия, которую вы разделяете, это действительно загадочная и уникальная сила, и она с нетерпением ждет возможности еще глубже ее исследовать. Это время откровения и интенсивные пересечения, когда оба становятся осознанными мощью этой уникальной связи. Ваши энергии глубоки и уникальны, и они побуждают эту женщину желать еще близкого контакта с вами. Эта связь выходит за рамки обычной случайной дружбы, так как энергия между вами ошеломительна и интенсивна. Даже если вы пытались отрицать или уменьшить интенсивность того, что вы чувствуете, притяжение и химия, которую вы разделяете, неоспоримы. Вы жаждете исследовать эту связь во всей ее полноте, справляясь вместе с глубокими эмоциями и интенсивными вызовами. Помните, что любовь – это путь роста и трансформации. Будьте открытыми для общения, взаимного понимания и взаимной поддержки, так как это может еще больше укрепить вашу связь. Позвольте этим словам проникнуть глубоко в ваши души, так как Вселенная жаждет наилучшего для вас обоих и продолжит направлять вас к положительному результату, независимо от ваших решений. Утвердите для себя, что вы заслуживаете любви, которая превосходит звезды. Сказать с убеждением: «Я принимаю, я получаю и я контролирую свою жизнь и свои эмоции». Впитайте это сообщение и все благословения, которые оно несет. Поделитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе важных сообщений. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в скором времени, чтобы объединить наши умы и создать мощную волну позитивной энергии. Следите за следующим важным посланием, которое Бог и Вселенная готовы предложить вам, освещая ваши шаги миром, любовью и верой. Вы любимы и поддерживаемы в вашем уникальном и значимом путешествии. Аминь.